Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем играть в Fit and Grow Fish и смотреть новую обнову. Итак, играем сегодня за рыбу под названием Диава. Она стоит 7 золотых монет. Давайте же ее затестим. В новом мире, в новой карте. Итак, вот она. Главное, чтобы нас не сожрали, а то у меня есть всего лишь одна монета. Так, пока куда-нибудь то мы свалим и поищем чего-нибудь поменьше, что можно зажрать. Ускорение у нее суперское. Быстро-быстро она... Ох, развивает скорость аж. Прям по красоте. Так, что там, краб? Не, не краб. Блин, вот сколько здесь всяких таких одинаковых рыбин. А что они тут ловят? Дайте мне что-нибудь то, пацаны. Мы же банда. Так, какую-то хернюшку съели. Мне хотя бы надо хотя бы крабчика затащить. Так, есть здесь где-нибудь крабы или что-то в этом роде? В этом большом глубоком омуте. Так, здесь я еще не плавал или плавал? Я уже не помню, но мне нужен хотя бы краб один. Посмотреть, как он быстро будет. Ни хрена себе кэтфиш там плавает, а? Подальше от него, ребятки, держитесь, иначе... Блин, он может нас сожрать. Нет, туда не поплыву к нему. Он живет в больших глубоких пещерах. Там вообще беда в этих пещерах. Так, одни такие дьяволы. Есть что-нибудь то? Есть ли крабы-то где? Хоть какие-нибудь то крабы. Кого они там все гоняют? Так, пока не вижу, что можно затащить. О, какие-то вообще прям начались пещеры. Так, по-моему, там краб. Нет. Показалось, показалось. Ох, 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 можно куда-то... Так, вот, 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 краб, 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 краб. Стой, 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 стой. Так, ну-ка, как быстро я тебя замочу. Ну-ка, 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 ну-ка. Пока что-то у нее челюсти слабоваты. 1-1, 1-1. Это маловато. Что-то слабые челюсти, ребят. Смотрите, как долго она его метелит. Так, зато мясо, 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 мясо. Так, что, все съели? Не вижу, не вижу, не вижу. Застрял в этих зарослях. Так, вон червячки, которые добавились. От них что-нибудь вообще дается? Как-то они странно плавают. Блин. Да и в них их вообще хрен попадешь. Так, ладно, хрен с ним, того попробую закусить. Поймать. Блин. Не, это что-то... Не по мне, не по мне эти червяки. Хотя вот кое-как вообще удалось. Удалось сожрать. И давай. Прямо так, их даже не жуя можно закусывать. Так, что-нибудь поздоровше. Во, во, еще один крабчик. Так, нам нужно прокачаться. Нам нужно прокачаться, ребятки, хотя бы до второго левела. Так, пока что у нас? Пока первый, да, я так понимаю? Потому что ничего пока вроде там нету. Единичка стоит. Сейчас еще половину. Еще чуть-чуть. Мы захаваем краба и... Ну-ка, где левел, левел, левел? Блин, еще один, что ли, краб нужен? Походу, нужен еще один краб, ребятки. Меня по-прежнему захватывают эти красивые-красивые пещеры. Все вокруг шевелится, пока прямо как я не знаю где. Плавает красотища, в общем. Очередная красота. Серия красивая. Так, ну-ка, что там? Смотрите, вот, да? Не видно, что там, типа пещерка. А вдруг там какой-нибудь охеренный сом сидит? Кэтфиш. Но я все-таки попробую проплыть. Интересно плавать где-нибудь там, где никто еще не плавал. Поэтому, так. Ух, ни хрена себе, пацаны, пацаны, пацаны. Меня просто тупо вообще отметели. Но это хорошо, потому что у меня есть еще 7 монеток. А то бы сейчас пришлось, блин, воевать за какую-нибудь пиранью. И набивать себе монетки. Так, вон крабы, 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 вижу краба. По-моему, тут краб, да? Заныкался. Ага. Хотел на сушу свалить, а вот хрен тебе. Блин, здесь, кстати, рыб столько много, и они тебя так быстро жрут. Не успеваешь ты ничего никуда вообще даже пошевелиться. Но зато игра завлекает, игра завлекает. Добавили новую прям вообще рыбешек несколько. Так, 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 что там, две монетки нам дали, да? Отлично. Блин, они тут все кого шугают. Я думаю поплавать где-нибудь в стороне. Поискать. А здесь что они делают? Непонятно.
Поискать хотя бы крабов. Немножко мне нужно крабов. Они там в траве. Вот эти все рыбины, которые мои друзья, типа. Все тут ошиваются. Но ни одного краба я не вижу. Блин, дайте мне крабов. Какая-то пещера. Так, ничего в этой пещере нету. Но мне нужна еда. Ребята, мне нужна еда. Мне нужно хотя бы чуть-чуть прокачаться. Подкачаться. Надо подкачаться. Надо подкачаться. Так, чтобы сожрать хотя бы. Так, по-моему, там краб. Да, вон он. Блин, вот это да. Я промахнулся или нет? Нет, все, теперь не уйдешь, подлый трус. Но для второго левела нам нужно как минимум 3 краба. Чтобы хотя бы еще кого-нибудь помощнее сожрать. А то здесь кроме крабов вообще никого не поймать больше. Ни хрена вы так, блин, сделали. Так, ну-ка. Мясо. Давай, ешь быстрее. А ты пошел нахер тут у меня еще собрался, а? Пиздюк такой хотел на это, блин. На готовенькой. Так, может пираний? Но пираний они вон, смотрю, что-то там уже метелят. О, не пойду. Блин, проплыла. Так, ну-ка, смотрите-ка, ни хрена себе. Замахнулся. Ах ты щеголина такая. Так, сейчас что там, банда что ли у вас подлетает? Ну у вас нахер. Так, я все-таки одного-то дожру. Втихаря, может, удастся съесть. Ни хрена какая здоровая. Вот пиранька. Так, давай быстрее. Так ты куда мне за бочину, сраная ты петушара, а? А? Два раза тебя хотя бы надо куснуть. Все, пацаны, короче, я походу попал. Мне надо как-нибудь то свалить отсюда свалить. Вот это, блин, борьба. Ну там, их они вообще все рвут, молотят. Так, здесь где-то было... Ах, тублюдин, а? Вот вам и пожалуйста, ребятки, да? Ни хреновенько так. Куча мала, здесь вообще куча мала, прямо невозможная. Чё, нам нужно тогда возвратиться чуть-чуть назад на бесплатную, еще заработать 5. Нет, не 5, 2 золотых монетки, чтобы продолжить играть и набивать левел. Так, ну-кась, накась. Кого здесь нам сожракать? Давайте нам одного краба, и мы продолжим. Чтобы серия была на одной волне. Чтобы у нас... Так, вон там черепаха плавает. Не знаю, видели вы, не видели еще черепаху? Но она офигеть какая здоровая, вон она. Воу, не-не-не, она жрет вообще быстро. Я знаю уже, как она жрет. Так, где тут крабики? Пиранькой одной можно заточить краба. Но, блин, диабы вон те. Так, по-моему, там что-то пролетело. Краб? Не краб, показалось. Не, туда не пойду, там везде вообще, блин, столько везде этих рыб. Все, блин, готовы тебя сожрать. Без палева, вообще просто без палева. Дайте хотя бы краба, там что, нет, туда не поеду. Так, здесь опять, так, блин, мясо было, было мясо, но его просто сожрали. Так, вон крабис. Так, я поймал крабса и... Что там, хотели на меня нарваться? Но сейчас мне 2 монетки, мне нужны 2 монетки, ребята. Смотрите, у него какая сила у этой первой рыбки бесплатной. Так, что там? Мяско. А, валим. Ах ты, шкура-то такая, а? Пошла вон. А? Все, теперь мы опять. Сейчас разгоняемся и выпрыгиваем. Пиу. Вот это мы выпрыгнули. Смотрите, на меня 1-2, блин, диавы. Да и хрен с вами. Сейчас я такую же выберу и буду вас спокойненько метелить. Так. Так, главное сейчас нам не просрать. Как в прошлые разы. В середину не соваться, там слишком много вообще всяких рыб. Пока жрешь, ты не успеваешь, блин, глядеть. Так. Втихаря мы подкрадываемся. Может быть... Да ты что ж такое-то, а? Да чё она не жрётся-то? Интересно, а? Она меня быстро сожрёт? Или я успею её сожрать? Да, а, обязательно, ребятки, обязательно.
Вот эта здоровая херня просто взяла и нас сожрала. Итак, ну что, продолжаем набивать чуть-чуть еще монеток. И давайте теперь исследуем маленечко пещеры. Здесь их полным-полно в этой новой карте локации. Охренеть, охренеть, ребятки, походу опять началась жопа, которая сейчас меня просто разорвет. Вообще не дают ничего сделать. Не дают просто посмотреть, поплавать. Вот так вот, да, какие они злые. Ну что, не сдаемся и продолжаем играть. Еще мы будем сейчас пробовать пытаться хотя бы хоть кого-нибудь сожрать. Но это просто нереально, блин. Вас постоянно жрут и жрут и жрут. Надо хотя бы где-нибудь плавать там, где поменьше хищных рыб. Я все в пещеры что-то как-то уже боюсь заплывать. Только я заплыву, и какая-нибудь хрень за мной, хрясь, и все, и там. В общем, непонятно. Ладно, поплыву я вот со своим сородичем. Может, он знает, где там водятся какие-нибудь съедобные крабы. Между делом перекушу этой вот хренью. И все, нормалек будет. Так. Что-то я не вижу здесь крабов-то. Вроде пляж. Должно быть до херена. Их тут они любят, песочек-то. Так, что тут у нас? Где они тут у нас? Так, крабы, куда все спрятались? Вроде не ночь. Так, промахнулся. Так, кого бы мне затащить? А, вот его я сейчас съем. По-любому съем. Правда, долго придется есть. Один и один у него укус, но фигня. Понабиваем чуть-чуть левела. Давай, ублюдский краб. Сейчас я должен тебя сожрать. Чтобы хоть чуть-чуть вырасти, чтобы мне не давали люлей вот такие вот агрегаты. Так, надеюсь, он не заметил меня и проплыл мимо. Так, ох, я промахнулся, как на краб это вот. Кэтфиш какой здоровый там плавал. Еще там здоровая черепаха была. Как-нибудь я за них по-любому поиграю. Охренеть, они какие здоровые. На этой карте я их затащу. Так, ну что, давай. Так, мяско. Нормальненько, отличненько. Но все равно еще нам до второго левела никак не докачаться. Кого же здесь можно еще сожрать-то побольше? Эй, не, к этим друганам я не буду. Так, к тому тоже не поплыву. Так, давайте сквозь дерево проплывем. Что здесь? Крабик. Здорово, братюнь. Сейчас я тебя съем. Как, ты не против, надеюсь? Вроде нет. Ну ладно. Блин, там кто-то рядом здорово проплыл. Охренеть. Так. Мясо. Мы апнулись до второго левела. И что здесь у нас? Давайте попробуем сожрать побольше. Там где-то я видел рыбина, заплыла куда-то сюда. Получится нас ее сожрать или нет? Либо она нас сожрет. Ну-ка, попробуем, мы не будем сдаваться, не будем сдаваться, но пришлось нам сдаться. И на этой печальной ноте я буду заканчивать свою серию. Если вам понравилось, то не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Всем спасибо, всем пока.